Привет, мои родные! Вы находитесь на канале «Бывшая Зечка». Те, кто меня еще не знает, давайте будем знакомиться. Меня зовут Светлана. Я в своей жизни отсидела 10 лет. Значит, 2 года малолетки и 8 лет за Ходанской колонии. Ну, что я хочу сказать? Ребята, я ни в коем случае на своем канале не пропагандирую, ни в коем случае никому не пытаюсь внушить и вбить в голову, что тюрьма – это романтика. Нет, тюрьма – это не романтика, это самое страшное с моей точки зрения, что может быть. Вот понимаете, это с моей точки зрения. 10 лет потерянной жизни просто, молодости, красоты, все просто в никуда ушло. Просто в никуда ушло, все потерялось, а это, к этому стремиться, я считаю, что это, абсолютно не нужно. Значит, что я вам еще хочу сказать? Вот такая вот у меня футболочка сегодня на мне. Ну, как всегда, маленько надо же пококетничать. Так, что, мы с вами начинаем. Сегодня, те, кто новенький, подписывайтесь, ребята. Я стараюсь на своем канале, чтобы было интересно. Так что я думаю, что вам понравится. Ну, кому не нравится, тому не нравится. Не напрашивайся. Так, что, сегодня наша тема, «Малолетка». Продолжение моего сериала. И, я остановилась на той серии, где меня поймали в другом отряде. Меня поймали, мне дали 5 суток. Короче, но это уже все-таки эти 5 суток, они были уже намного проще. Я уже их отсидела так, с закрытыми глазами, потому что все-таки я уже находилась в первой семейке, уже на меня наезда не было, уже, мне было проще. Мне было проще уже, в легкую все это прошло. Это уже, в общем, получается, 30 суток я уже отмотала, а в общем у меня 60 на малолетке. Ну и все, я вот их отсидела, ничего. Конечно же, если ты нарушение, тем более она со мной была, Удова была со мной, да. А если бы я схлопотала нарушение где-то бы одна самостоятельно, то, первая семейка страдала, и еще как страдала, публично перед отрядом, что если ты находишься в первой семейке, это не значит о том, что ты можешь нарушать. То бишь, ты пример всему, ты голова всему. Конечно, у нас были такие, где мы переступали черту, но чаще всего мы были такие, чересчур активные, да. Здесь я отсидела, меня встретили, в этот раз меня достойно, а там всегда встречины, то бишь, когда ты отсиживаешь, выходишь, и тебя встречают, меня встретили, там все дела, стол накрыли, дискотека, прям по этому, прям по нормальку, даже я никогда не забуду, как я сказала, говорю, девчат, мне так по приколу, если я знала, что такие встречины, мне кажется, я теперь постоянно сидеть буду, ничего себе. Так бы вы меня бы встретили, когда я только в зону зашла. Но одно, что я вам хочу сказать, у меня росли враги, ребят, у меня с каждым днем росли враги. Семейки росли враги, потому что я заняла чье-то место. На меня стали обращать больше внимания. Короче, вот так вот все с каждым, это все копилось. Только я этого, с виду своей молодости, я этого не замечала. Я думала, что, все нормально, все хорошо, все прекрасно. А нет, зависть бабская, вот это, она никогда никуда не девается. Зависть, она есть зависть, злость, зависть. Да все что угодно, понимаешь, и женщины, они коварные очень, очень коварные. Плюс ко всему, тут такой случай, первая моя драка, с кем была, Оксана, я вам рассказывала, она каблом была на малолетке, и у нее была сожительница, ковырялка, сожительница, блядь, там нету такого, там вот каблы и ковырялки. Короче, ковырялка ее была... Ада, я никогда не забуду, звали ее Ада. Она была в первой семейке. Блядь, вот это коварная баба, это вообще малолетка. Я просто всегда диву дивилась. Блин, ты такая малолетка. Вот она малолетка. Вот сейчас, что с ней стало? Вот мне просто интересно. Блин, она изрезалась вся. Она там любовь у нее к этой Оксане невозможна. Она там вся... представь, ее близкую, когда-то кто-то обидел, и она не смогла, заступиться, потому что ей не давала на тот момент Удова, чтобы она впряглась, со мной там в какие-нибудь дебри.
И, короче, естественно, у нее остался вот этот вот осадок. Она, конечно же, ну, все это в себе прям таскала. Даже в нормальном общении мы, когда общались, а там все, она всегда пыталась как-нибудь там, ну, подковырнуть что-нибудь там. Например, такие фразки у нее пролетали. Конечно, она все готовенькая, это что? Ну, вот так вот, вот такое вот. И это... Ну и все, а мне Светка говорит, не цепляйся с ней, не обращай внимания, она замечательна в каких-то там своих сферах, она молодец, она как добытчик молодец, то бишь она добывала сигареты там всячески, да, и, конечно же, ну не обращай, говорит, на нее внимания, пусть она вот из-за Оксаны там гонит. Ну, короче, ладно, я старалась не обращать, думаю, как-то все, но я же никогда не думала, что произойдет, когда Удова уедет на взросло. У меня даже в мыслях не было такого. Я даже представить это не могла. И все. И тут, значит, я заканчиваю ПТУ уже в этой серии. Меня уже, ну вот тоже вот, ну еще один такой этот. Вот представьте, меня с ПТУ переводят, короче, на швейку. И как вы это думаете, за какой мотор меня сажают? Ну те, кто сидлы... И те, кто вот сейчас меня смотрят, сидлые, прекрасно понимают, что и на швейке все подразделяется. И меня, конечно же, сажают за оверлок. Прикинь, просто за оверлок кого-то убирают, а меня туда сажают. Представь, это еще один враг у меня. Короче, и меня, значит, ну, я пришла с ПТУ, откуда я там знаю, что там Света ходит, там что-то, ну, добекивается, договаривается, ну, буграм там подходит, и она сейчас выйдет, чтобы все было окей. А я-то этих, мне откуда вот такие вещи? Я пришла с ПТУ, что, я швея, сажайте меня там, куда посадите? Ну, какая я там швея была, усаться? О, просто угореть прям можно. Ну и все. Ну, причем у меня специализация была на спецмашинах. Я была на спецмашинах. Меня, значит, обучали конкретно непосредственно спецмашинам. Самое, что интересно, я на этом вскрыла эту информацию на взрослой колонии, потому что, ну, это трындец. Меня бы фабрика, блядь, прям просто проглотила бы. Проглотила. Они и так меня глотать старались. Но я хотя бы добивалась и убеждала их всех, что я не швея. А если бы они знали, что у меня как положено корочки, все как дела с малолетки, все это идут. А те, кто на малолетке, они самые лучшие швеи. Вот... в этом, ну, на взрослой колонии. Это самые лучшие швеи. Когда ты начинаешь там говорить, блядь, ничего она там себе шьет, так она с малолетки. Ну, короче, это сам, поняла, это престижные, это скоростные, это невозможные швеи, это которые, ну, под таким кулаком всегда. Че, конечно, шьют, как угорелые. Ну и все. Значит, меня сажают за оверлок, да еще такая операция вообще смешная. Я ее полностью буквально, я на запуске получалась была. И, значит, я ее делала там, ну, за какие-то считанные, там, я не знаю, 30-40 минут я прогоняла эти пачки, потому что плечевые, втачка, вот, не просто, а вот просто плечевые, вот эти вот, все, полочки пришивала к спинке. Вот, все. Ну, представь, как это все у меня улетало. Я, короче, все... И потом у меня все свободно, я вообще не знала, чем себя занять. Ну, конечно, я начинала немножко буреть, начинала наглеть. Я, короче, ложилась в эти... в подачу, ну, прям пряталась там в подаче и спала. Меня постоянно искали, находили, и, блядь, я постоянно спала в эти, ну, вот в этой подаче. Короче, и, естественно, ну... Уже и, знаете, и сажать они меня не хотели вот за такие нарушения, что там нашли, я сплю там, да? Потому что, ну, уже я действительно их достала, все-таки только прибыла и уже 30 суток это отмотала. Ну, это уже считалось злостный нарушитель. И, конечно же, сама администрация, ну, пыталась как-то все-таки многое что-то скостить, чтобы, ну, не было, им же это тоже минусом шло. Почему вот одна осужденная, там, допустим, любые проверюги, почему она вот такая вот, что вы не можете с ней справиться? Ну, и, естественно, на какое-то там что-то закрывали глаза, там все... И вот я постоянно. Но у меня появлялись враги. У меня появлялись враги, и один раз ко мне, короче, подошла одна дама такая, ну, малолетка, ну, в смысле дама, такая она какая-то. Но она взрослее меня была, ей уже было 17, наверное.
Ну, такая она, знаете, полная, такая вот вся взбитая. Короче, подошла, говорит, ты мое место заняла, никогда это не забуду, поняла. Я говорю, ну, господи, милая моя, напугала она меня. Ну, что, бабу членом напугали, да? Ну, что за свист? И это, короче, ну, ладно, я даже, знаете, я такие моменты, я их оставляла всегда в стороне. Я не хотела, допустим, ничего, не рассказывала Светке. Да я и не хотела это рассказывать, я только делилась со своей Светкой. Со своей, ребят, вот, ну, как бы там ни было, вот я находилась в первой семейке, но я всегда находилась рядом со Светой, всегда. Мы общались, мы вместе ходили, мы вместе, я, конечно же, ее накуривала, потому что у меня всегда были сигареты, у Светы не было такой возможности. И мы, конечно же, были, где какие вкуснятки, я тащила ей, ну, брала там как-то это все. И потом, впоследствии, мы с ней были не разлей вода. То бишь, ну, и всегда, если какие-то наезды на ее сторону были, я всегда встала на ее сторону. Я и Свете говорила, Удовая, говорю, я тебя очень прошу, блядь, не трогай некорыстного, не трогай ее. Потому что я соберусь, все манатки, я уйду туда, я буду с ней, я за нее полностью. Ну и все, а это не хотелось абсолютно ничего, потому что она уже все, она готовилась на взросло. Ей уже было вообще не до этой всей возни, да и вообще. И, конечно же, ребят, время подошло, когда она стала собираться на этап. Как бы там ни было, время это подошло. И вот, значит, наш последний день, на следующий день ей ехать на этап. Значит, у нас проводы, там все, семейка ее провожает. Конечно, здесь кайфует уже другая семейка, потому что... Ну, становится, значит, последователь, вместо нее становится другая девочка, физоргом, и, естественно, ее семья становится первая. Ну, это все, как, знаете, как в королевстве кривых зеркал, все это передается, вот так вот, знаете, все по наследству. И, конечно же, радости у тех полные штаны. И, ну, наша семья, она не стала ниже рангом, нет, ни в коем случае. Просто все разбрелись по своим. Ну, вот я, допустим, к Светлане, да, мы стали со Светой, и мы такой тандем сильный сделали со временем. И потом, значит, вот эта вот Ада, она перешла к Оксане к своей. Значит, ну и потом девчонки, вот они вот так вот, все мы распались. Мы, конечно же, общались, мы здоровались, но уже не было вот этого вот общего, уже ничего этого не было. А каждый уже жил по-своему. Первая семейка уже другая стала. Все, и вот у нас, значит, мы ее провожаем, мы уходим на работу, мы все последний раз все с ней обнялись, все, короче, это, ну... Девочки сделали прекрасный вид, что они все там заплакали разом, загоревали, короче, ну, такое вот все. И я представляю, как они ликовали, но я-то этого не знала. А они-то все ликовали за моей спиной, они-то там, у них кайф, что все, сейчас она за ворота и все. Ну, вот представь, я отработала первую смену, причем уже удивительно, я пришла на работу, и ко мне подходит бугор и говорит, это Свет, ты пересаживаешься на спецмашину. Я говорю, а что это так? Она говорит, ну, это просьба администрации, ты пересаживайся. И мне уже бы здесь бы надо было бы понять, что началось. Ну, что началось. А я все бестолковая, дурында, блядь. Все почему-то в сказки в какие-то верила. И тут-то ко мне некорыстного подошла, увидела, что говорит. Она говорит, а что тебя на спецмашину? Я говорю, ну, она такая говорит, странно. Я говорю, а что странного? Ну, я-то вообще, я же закончила спецмашину. Ну, и ладно, ну, и что? Он говорит, так это последняя операция. Ты постоянно заваленная будешь. Я говорю, ну, и что? И что теперь? Я не завалюсь, а нормально все будет. Ну, и все. И, короче, это первую смену я отработала. Причем неплохо отработала. Завалов не было у меня. Все прям нормально получилось. Да и потом и впоследствии. Я, в принципе, неплохо работала, все у меня получалось. Мне нравилась эта работа, ну, довольно-таки больше, чем оверлок, честно. Мне больше нравились спецмашины, потому что мы же когда туда пришли, у нас же выбор был сразу. И я выбрала, мне было интересно, что такое петельки, пуговки, это вообще удивительно. И, ну, я почему-то вот так вот их и выбрала.
Все, значит, мы приходим с работы в отряд. Короче, я в шкаф переодеваться, да, мы рабочие халаты сменяем на школьную форму там одеваем. Одежды моей нету. Прикинь, ничего понять не могу. Где моя, блядь, одежда? Вообще нету. Ну и, короче, я подхожу к этой Аде, я говорю, это, а где одежда? Она говорит, а какая у тебя одежда? Я говорю, ну была моя одежда в шкафу, которую мне Света оставила. Она говорит, Света тебе ничего не оставила. Света оставила нам. Мы с самого начала со Светой. А ты, к сожалению, только подъехала. И одежда эта вся наша. И принадлежит она нам. А твоя одежда у тебя в отделении на твоей вешалке. Увидишь. Все, все что твое, все на месте. Никуда не делось. Я, короче, иду, смотрю, значит, висит моя колонийская форма, оно перешито, как мне Гулька ее перешила, значит, там, ну, вот все вот такое вот в таком этом. Подходит Светка ко мне, говорит, ну, что, я говорю, ну, вот так и так. Она говорит, блин, я тебя очень прошу, блядь, ну и хрен на них, не надо, не связывайся, ну, все, пусть оно так все и будет. Да ну и хрен с ними, я говорю, ты сейчас что, гонишь? Свет, ты сейчас гонишь? Они кто такие? Это мне Света все оставила. Она оставила все со своего плеча. Все, что сняла, все оставила мне. Ничего им не достанется. Абсолютно. Я иду, получаю ножницы. А можно было получать ножницы. Ногти мы там стригли, все. Я иду, получаю. И что я делаю? Как вы думаете? Я полностью режу всю ихину одежду. Ножница. Ну, у нас тут драка, как всегда. На меня нападает Оксана, нападает Ада. Короче, мы полностью там, у нас драка там так, ну, сильная прям. Ну, а я прям ору. В этот раз у меня и, блядь, синяк был. И все, короче, все по-человечьему. Ну, по-нормальному. Волос мне выдрали, трындец сколько. Короче, меня попинали хорошо. Уронили, прям пинали. По-человечьему. Ну, вдвоем били, что говорить. И, короче, я все равно, я прям ору и говорю, что, ну, сейчас я только выйду, вот с ДИЗО я выйду, и дальше пиздец. Или вы мне все на вешалке повешаете, или вам пиздец. Вот просто, или вы гаситесь с этого отряда. Потому что, ну, ни сна у вас не будет, ни покоя, ничего, абсолютно. Это я гарантирую. Тут милиция, ну, прибежала, меня скрутили, короче, опять. И я им говорю, вот я вам клянусь, вот я вот гарантирую, что покоя у вас не будет. Вам места будет здесь мало. Или вы вернете все на место, или вам трындец. Ну, ни одна не будет в этой шмотке ходить. Где только я поймаю, я прям на вас это рвать буду. Ну, все. Они уже, ну, они, ну, все равно, каждый, как бы там ни было, девчат, мальчишек, вот каждый, как ни было, ну, угомонить невозможно, да. Ну, что делать со мной? Убивать меня? Еще один срок на себя брать. Это естественно. И так меня побили, это все равно, а я все равно делаю свое. Вот этим-то я и ценная, что я заднюю никогда не сдаю до усрачки. Я буду в присмерти лежать вся в крови, но я буду говорить, ты пидор, ты козел. Или там еще что-нибудь, понимаешь? Что, ну, я не смогу, ну, не могу я, блядь, сдать заднюю. Ну, не могу, нету у меня такого. И никогда не было. И насрать мне. Вот похеру, если я уже вижу, чувствую, что все, ну, ханы уже, ну, уже все, я не буду, нет, вот меня там просят, допустим, что-то одно, но сделай ты легче сейчас, нет, нет, я буду стоять на своем, нет, вот убивай все, но нет. Ну, все, короче, мне дают здесь по-человече, значит, сразу 20 суток, сразу мне дают 20 суток. Все, ну, во-первых, я уже избитая была хорошо. Надо было, чтобы я подлечилась, потому что, не дай бог, какая комиссия или еще что-то. Ну, короче, меня, можно сказать, спрятали. Спрятали, значит, прошли эти два, там со мной беседовали, все. Ко мне пришла начальник отряда. Она, короче, ко мне пришла и такая говорит, что с тобой делать? Ну, что с тобой делать? Вот скажи мне, что сделать так, чтобы ты себя перестала так вести? Я говорю,
Ну, если вы действительно пришли со мной договориться, я вам сразу говорю, я не выйду на швейное производство. Это раз. Потому что меня убрали. Я уже прям пошла на... Вот я уже пошла, как сказать, ну все. Ну, я уже поперла, я уже понимала, что на швейку я пойду, я не сяду за спецмашины. Хотя мне нравилось. Все. Я потом поняла за эти 20 суток, до меня дошло, до малолетки, до бестолковки, что это был заговор конкретный. И я решила, что я не буду делать то, что они мне говорят. Это однозначно. Нет. И вот когда ко мне приходила, я ей так и говорила, я не буду. Вот что хотите, то и делайте. Вот, ну, я не сяду. И отказ я не напишу. И в зону я выйду. Понимаете? Вот в чем вопрос. Но и там я не сяду за эту, ну, за спецмашины. Это однозначно. Мол, типа, она... Ну, что с тобой делать? Давай в столовую я тебя переведу. Ну, соответственно, ты перейдешь в другой отряд. Я говорю, нет. В другой отряд я не перейду. Я зачем буду менять отряд? Нет, если вопрос стоит, что вы меня переводите в столовую, и, ну, что отряд надо будет менять. Я нет, я не перейду, это однозначно. Она такая говорит, ну, вот ты меня просто уже достала. Вот достала. А с другой стороны, ну, я прям вижу, что она со мной очень хорошо общается, очень хорошо говорит. И она мне говорит, очень сильно, ну, очень хорошо я относилась к Светлане, ну, это куда? И она прям настоятельно просила, чтобы, ну, я не бросала тебя. Она прям заранее чувствовала, что так оно все будет. И вот я просто хочу тебе помочь. Вот как воспитатель твоего отряда я хочу. Я вижу, что ты неплохая. Я вижу, что у тебя, ты сама первая не нападаешь. Я это вижу, я знаю. Отсюда я хочу немножко изменить ситуацию. Давай ты пойдешь в столовую, ты останешься в отряде. Я говорю, мне пусть вернут все мои вещи. Иначе я сейчас только выйду в отряд, я все разорву, все, что у них в шкафу висит. Вот все разорву. Пусть вернут мне мои вещи. Не надо мне там то, что там целый шифонер мне Света оставила, не надо. Пусть вернут мой халат, вернут мне мою форму, вернут мне мои сапоги, мой бушлат, мою косынку. Все, остальное мне не надо. Все мыльницы, там вот эти колготки, пусть они себе прямо вот на голову это все натянут. Мне это не нужно. Вот пусть мне вернут то, что вот Света мне оставила непосредственно то, что сняла с себя. Пусть отдадут, вот по-хорошему. И... Это, я уже слишком долго сплю на втором шканаре. Слишком долго. Ну, это уже я, ребята, это я вам вот, я не знаю, вот, блядь, хотите верьте, хотите нет. Но я это уже шла вот прям, ну, это бесприемлемо. Потому что у меня выбора не было. Я уже понимала, что остаток срока я могу провести здесь, в казематах. Что я не выйду отсюда. Мне уже было похеру. Ну, абсолютно. Ну все, короче, это был разговор у нас, этот был за 5 суток до выхода. Все, она больше ко мне не приходила, я, короче, пришла, значит, ну, пришла в отряд, без какого этого, я сразу прямым ходом прям иду туда, к этой Оксане, я говорю, шмотки положили, она иди в шифонере, все, я говорю, не разговаривай так со мной, блядь, не надо, по-хорошему просто отдали. Все, я, короче, заглядываю в шифонер, да, висит халат, висит форма, значит, мой бушлат и моя косынка, и эти Светкины сапоги. А у Светки сапоги, ребят, ну вы что, ну стоило за них бороться? Офицерские, представьте, офицерские, блядь, сапоги, вот так вот, они единственные в зоне такие были, прикинь, они начищенные, ну там вообще, вот как зеркало, вот как зеркало. Я, конечно, я боролась за свои шмотки. Это Света оставила их конкретно мне, не кому-то. Она и в семейку собрала, она сказала, девчат, вот это вот все, что на мне, это все Светина, я ей это все отдаю, остальное все делите там, ну, берите, что там необходимо, ну, вот по шмоткам, потому что она же тоже собиралась, она там хорошие баулы собрала. А вот именно по форме одежды, потому что она малолетская форма одежды, на взрослом там совершенно другая. И это, и все, она говорит, вот это, а вот это Свете, это вот конкретно.
Все, все были согласны с этим, все были согласны. И ведь самое, и почему? За эти 5 суток еще, знаете, что я вам хочу сказать? Начальник отряда, она поговорила в отделении с девочками, где спала Света и ее семейка. И они подтвердили, девчата сказали, да, мы слышали, как Удова сказала, что все оставляет Устиновой. Вот непосредственно верхнюю одежду. Да, это мы все слышали. То бишь, девчонки все подтвердили. И Гулька там моя была, она тоже это все подтвердила. Ну, то бишь, все, кто слышал, реально это подтвердили. Отсюда они все это вернули. Ну, уж не знаю, что там начальник отряда им сказала. Ну, воспитатель отряда. Что уж она им там сказала. Но факт то, что это все вернули. Это все вернули, и я не вышла на швейку. Представьте, я не вышла. Меня, короче, выводят на... Значит, блядь, в столовую, прикинь. Господи, это еще одно было, триндец. Я вам что хочу сказать, но это все. Еще мне осталось 10 суток, но это уже вот начался новый коллектив, новое, короче, это... Не, я нормально, с девками, со столовскими это все было нормально, но у меня началось, вы знаете, вот эта детдомовская хрень. Короче, я начала хавчик, допустим, ну вот моя Светка там подошла, картошку дают там, да, в сотейниках, а там в столовой, короче, сотейники ставились на стол, и вот так вот лавочки, длинный, короче, такой стол, по краям вот так вот лавочки, и сотейники ставятся, и старшая поэтому, короче, вот так вот всем насыпает в тарелки. То бишь, раздачи не было. Сейчас раздачи, а раньше раздачи не было. Раньше вот такая вот все, ну, общак была. И вот она поставила картошка, ну, просто вареная картошка, она, конечно же, это всегда самое вкусное было, что трындец как. Знаешь, как мы на малолетке делали, вот пайка дается хлеба. Утром вообще пайки какие вкусные давались, а хлеб, булочки, прям батон, ну, вкусные. Но сделаны как вот квадратные. А в течение дня, ну, вот такой обычный хлеб, и, конечно, каждый пытался себе урвать корочку. Вот урывает, если картошка, да, мякушку эту убирает, туда вот так вот картошечки. Ну, у кого что есть, и делали вот такие вот бутерброды. Ну, кто-то там, девочки, что-то там свое, может быть, тушенку банки там откроет. И вот так вот все это, короче, в хлебушек это. И у меня до сих пор, вот представь, это зуновская еда. И вот она вот как до сих пор у меня вызывает вот это вот что-то типа как будто... Хотя звучит это вообще, ну, стрёмно. Ну, как-то не это. А вкусно было до безобразия. Вот картошка с тушенкой вот так вот в хлебе. Короче, вот в этой корочке. И, естественно, ко мне стали подходить девчонки, ну, мол, типа, есть добавки картошки? Есть, конечно. А я, если вижу, что картошка есть, в смысле, как я могу ее не дать? Конечно, я ее дам. Ну, я начала картошечки им подкидывать, они ко мне там, все. И, короче, вот так вот ко мне тоже начались у меня там проблемы, что, блядь, что ты гонишь, ты вообще, зачем ты это делаешь, блядь, нахуй ты раздаешься? Со мной не связывались, но на меня постоянно жаловались. На меня постоянно жаловались, меня постоянно вызывали к начальнику колонии. И начальник колонии, я вот сейчас как помню, женщина была, это, короче, она постоянно мне говорила, он говорит, ты почему такая неугомонная, ты вообще угомониться можешь? У меня ползоны детдомовских, ползоны, но они никому ничего, почему ты всем все, блядь, раздаешь? Это не твое, ты почему это раздаешь? Тебе кто разрешил взять и раздавать эту картошку? Это что такое? Ну и, короче, вот так вот у меня в коллективе начались вот такие вот всевозможные, то бишь, ну, они начали жаловаться, меня начало это бесить, я начала им это все высказывать, говорить, мол, типа, вы что стучалки, блядь, вы что бегаете, стучите, вы что все рассказываете, вы что все ходите, вам что жалко эту картошку, вы ее, блядь, посмотри, сколько вы ее выкидываете, ну и что, что я дала девкам, вы что такие-то? Ну и, короче, вот так вот все. И, естественно, бригадир, ну, там, активистка, бля, я не помню, как их там, бригадиры, они, как они там были. Короче, она не готовилась на УДО, и она не хотела конфликтов, но она понимала, что скоро созреет конфликт, что я скоро, похоже, до нее доберусь. И, короче, они сделали все возможное, что меня, короче, убирают со столовой. Меня убрали, короче, со столовой, ребят, знаете куда? В
Хлеборезку, прикиньте, мы там вдвоем вообще были, вдвоем в хлеборезке, но мы меняли, друг друга подменяли, то бишь уже хлеб был готов, и наша задача была его нарезать на пайке. Представь, ёбаный в рот, куда, кого посадили к хлеборезку? Свету? Представь, там с утра самый вкусный хлеб был. А хлеб-то привозился, его не пьет. Сейчас пекут в зонах пекарни свои. А раньше он был привозной. Ну вот и представь, особенно утрешний хлеб. А он уже вот так вот был сделан, поняла, вот так вот по пайкам. Ну вот булка хлеба, и вот так вот она поделена, как по паечкам. И просто ты берешь вот так вот ножичком аккуратненько, и все. Там такой стол, вот такой вот тесак громадный. Ты хлебушек ставишь, и вот так вот, айда, все это быстренько делаешь, и чтобы все было готово. Ну вот сколько у тебя отрядов, столько ты и должна. Ну, короче, на этом, ребят, я заканчиваю. В следующей серии я вам расскажу, как я себя провела в хлеборезке. Но это было, если честно вам хочу сказать, это было самое счастливое мгновение в моей, значит, ну, как малолетской жизни. Эту работу я безумно любила вообще, безумно. Она мне так нравилась, невозможно просто. Конечно же, я, ну, вещи всем не вернулись, а конфликтов у меня больше в отряде, я старалась ни с кем не цепляться. Я целыми днями пропадала на работе, ну, то бишь, было как-то не до этого. Светка, ну, семейница моя была со мной, у нас уже более-менее. Она детдомовская, я детдомовская, ну, я, по крайней мере, уже начала, короче, барыжить. Правда вам говорю, немножко начала барыжить, короче, и мы уже с ней стали более-менее нормально жить. У нас уже наши хозмешки стали, короче, уже маленько пополняться. У нас уже шампунь стала появляться хороший. Ну, короче, ну в то время какая крапива там, да? Ну, то бишь, у нас уже даже запасы начали уже быть. То бишь, мы уже начали крутиться с ней. У нас уже круть-верь пошло. А я, что, я до этого фарцовщица была. Мы с моей подельницей. Кстати, подельницу никогда не забывала. Постоянно все, что у меня появилось, обязательно ей мешочек собирала, кулечек и передавала. Это обязаловка. Также Анжелка. Ну, короче, у нас взаимовыручка была. Но нас никогда не соединили. И вот мы уже фарцевали с ней на воле еще. Там лакосты, макосты, все дела. А что, я в зоне, что ли, не найду, как крутиться? Конечно, найду. Короче, ну и все, вот так вот у меня началось. Так что давайте, мои хорошие, следующая серия. Кому понравилось, ставим так. Кому нет, ставим так. Короче, подписывайтесь, пишите комментарии. И не забывайте про бывшую. Я всегда рада почитать ваши комментарии. Все, пока-пока.